Игровой тренинг в рамках национального проекта образования прошел накануне в Нарьян-Маре. Более 40 активистов волонтерских движений собрались в актовом зале школы номер 1. Основная задача тренинга – нацелить на команду образования членов добровольческих клубов и региональных движений. Встреча проходила в рамках проекта «Доброволец НАО» и регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта образования. Организатором мероприятия выступил ресурсный центр поддержки и развития добровольчества. В актовом зале среди собравшихся уже состоявшиеся добровольцы и те, кто только хочет посвятить свое личное время волонтерскому движению, но еще не определился с направлением. Полина Семяшкина – волонтер Победы. Вместе с товарищами берет шество над ветеранами и пожилыми людьми. В волонтерской организации я состою где-то с начала мая. Вот тогда у нас был субботник, я на него пошла и вот так стала волонтером Победы. За это время мы участвовали и в акции «Красная гвоздика». Это собирали деньги, ветеранам. Еще один участник волонтерского движения – Ирина Гудалева. Девушка-сторонник российского движения школьников. Я вообще сам по себе активный человек. Я люблю новые знакомства, мероприятия. И меня это все очень радует и вдохновляет. Собравшиеся участвовали в командных и подвижных играх, знакомились с деятельностью волонтерских организаций округа. Ведь главная задача – сотрудничество между добровольческими объединениями. Такие мероприятия позволяют детям общаться, в первую очередь знакомиться и узнавать о новых проектах. Помимо того, что информационных ресурсов, да, интернета и различных там, да, они узнают еще, соответственно, на таких мероприятиях. То есть сейчас главное, вот у нас ребята приехали с Коробки, которые представляли наш Ненецкий автономный округ на всероссийском конкурсе, финале конкурса «Старт ЭКО-отряд». Соответственно, ребята пришли и вживую рассказали. Живое общение и сотрудничество – вот основная составляющая сегодняшней встречи. Ведь на территории Ненецкого округа сейчас действует множество различных объединений различной направленности. Тренинг – такое на сплочение, на знакомство их между собой, чтобы они не просто варились в своей команде, да, то есть РДШ с РДШ, там волонтеры Победы с волонтерами Победы, а сегодня мы их пригласили сюда всех, чтобы они познакомились друг с другом и понимали, что они не одни там в своей школе. Тренинг вошел в цикл мероприятий в рамках реализации информационно-образовательного проекта Дарьи Русакович «Доброволец НАО». Грант Росмолодежи на эти цели она получила в этом году. Ольга Руслан, Леонид Шишелов, телеканал «Север».